21 сентября, день Рождества Пресвятой Богородицы. Дева Богородица родилась из рода архиерейского, приносящего благовонные жертвы Богу. Отец ее, святой праведный Иоаким, был из рода Давидова. Мать ее, святая праведная Анна, была дочерью священника Матфана из племени Ааронова. Отсюда получается, что Пречистая Дева по отцу была рода царского, а по матери архиерейского. Важно и то, что Пресвятая Дева родилась от целомудренных родителей, что выше всякого благородства. День, посвященный рождению Девы Марии, был установлен в IV веке. На Руси у него несколько названий. Малая Пречистая, Осенины, Оспожники, Спожонки, Госпожонки. Он совпадал с осенним праздником урожая, который отмечали в течение недели и проводили время в забавах, песнях, встречах и застольях. Осенины старались встретить у воды. Утром женщины шли к водоемам с хлебом и солью, где исполняли песни во славу Богородицы. После разламывали хлеб, чтобы каждой досталось по куску. Этот кусок хлеба относили домой, чтобы покормить скотину. Была распространена такая-то традиция. Родственники приходили в гости к молодоженам и смотрели, как они живут. А молодой хозяйке нужно было обязательно накормить гостей и подарить им испеченные для этого случая круглые пироги. В свою очередь хозяин должен был показать инструменты, упряжь, жито в амбарах, которые бы подтвердили его деловитость и заботу о семье. Сегодняшний день часто называли второй встречей весны. Пасечники сегодня убирают пчел с пасек. Продолжалась и луковая неделя, во время которой не только убирали лук, но и использовали его в пищу. Приметы. Хорошая погода сегодня к теплой осени. В этот день рекомендуется сходить в гости, посетить родственников. Мое обращение к посетителям канала. Поддержите канал, поставьте лайку, дайте какой-нибудь отзыв. Это простые вещи. Я не прошу вас денег. Поддержите меня вот таким вот образом. Это канал не для того, чтобы вас развлекать, а для того, чтобы вам помогать.